Итак, друзья, у меня на велосипеде Stealth 630 Navigator, купленный на велоскладе 1 февраля 2019 года, треснула рама. Точнее, даже не сама рама, а вот здесь вот есть ну, такой изголовье. Короче, я заметил, что, видите, вот так шатается. Я не знаю, насколько это видно, но у меня шатается, я заметил, что шатается седло. Причем здесь вроде все плотно прилегает, здесь в основании ничего не шатается. Зато вот она трещина. Вот здесь видно в основании, что она огромная. Сейчас, значит, я переверну велосипед, чтобы свет падал именно со стороны трещины. Так. Я отклоняю. Надеюсь, сейчас трещину видно. Видите? Вот видите. Туда-сюда ходит. Видно, что ходит именно в этом месте. В основании. Вот. И самое обидное, что трещина идет и с другой стороны. То есть она огибает. И вообще неизвестно, на чем держится. Вот только сзади нет трещины, сзади только. Вон. Так, я не знаю, насколько сейчас вообще видно ли. Вот здесь, тут бы трещины нет, вот в этом месте. А так она огибает вообще все. Единственное положительный момент, что палка уходит вот сюда, вглубь. Если бы она где-то тут коротко торчала, да, она вот настолько где-то примерно заходит, вот. Поэтому держится не на одном этом месте. Но обидно будет, если тут отломится штука, да, то не знаю, седло вывалится или нет. Вот, и вообще, конечно, такое я лично в жизни вижу первый раз. Видите, вот она, я... Надеюсь, видно вот эта трещина. И вот, слышите звук, да? Это я шатаю кресло. Блин, это очень досадно, потому что я думал, что просто, знаете, подкладывают вот туда какие-то подпорки, да? И что, ну, просто здесь вот гнездо расшаталось. Но на деле оказалось, видите, трещина — самый плохой вариант. Потому что теперь вообще как делать, я честно скажу, я не знаю. Заваривать, сваривать или что обычно делают. Добавок — это алюминий. Если его даже сварить, что дальше будет вообще? А если новую раму, как все перебирать, я тоже не знаю. Если мне пришлют, ну скажем, новую раму, как перебирать, весь велик разбирать, а потом его весь собирать. Это будет тоже такое что-то эпичное. Вот. Ох. Да. Это очень-очень печальный момент. Вот. Непонятно, на чем еще держится. Ну, на маленьком кусочке алюминия сзади. Ох. Печально, как же печально. Как же это все печально. Так что вот такие вот замечания. Трещина. Вот велосипед. Трещина вот идет. Здесь в конце вон с той стороны трещина. Вот только здесь нету ее. И идет сюда. Вот она. Здесь продолжается. Здесь самая толстая. То есть толщина трещины самая большая здесь. Сейчас я переверну велик. Так.
она. Вот так шатается. Звук из-за шатания, из-за того, что вот эта часть гуляет. Вот. И трещина увеличивается, уменьшается. Вот она. Уменьшается, увеличивается. Уменьшается, увеличивается. Уменьшается. Ну и так далее. Итак, друзья, загвоздка еще в том, что я заказывал велосипед из Москвы, то есть мне через доставку везли из Москвы, и я вот позвонил в велосклад, но они, по крайней мере, никаких проблем не увидели, просто сказали, отфотографируйте, значит, я даже говорю, видео сниму, отошлю, и фотографии тоже, и, соответственно, мы примем там решение и так далее. Какие решения, я, конечно, не знаю, но... Уже хорошо, что, по крайней мере, навстречу идут. Я почитал, значит, что там на чуть ли не пожизненная, не пожизненная гарантия на вот этот каркас алюминиевый, да, вот, на раму, на саму литую, вот, по крайней мере, так написано было, вот. И не знаю, как вот, может, просто мне выделят деньги на починку, да, а может быть, я не знаю, как вышлют мне новую раму, понятия пока не имею, что будет дальше, но вот, по крайней мере, как бы никаких проблем при общении с велоскладом пока нет, вот, идут навстречу, и я думаю, что в целом, возможно, все будет неплохо, так что вот такие вот новости пока.